Здравствуйте, в эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы, рассказывайте истории. Вопросы можно задавать о чем? О чем угодно, наверное, да, то, что касается каких-то душевных переживаний, процессов в отношениях, которые происходят, или о том, о чем наболело, мы никогда друг друга и в нашей студии не ограничивали в каких-то вопросах. Это не значит, что мы на все вопросы гораздо, но это значит, что для меня, по крайней мере, что почти во всех или во многих вопросах есть какой-то психический, психологический компонент. То есть, грубо говоря, даже если это вопрос о чем-то вроде бы напрямую не касающемся психологию, всегда это вопрос самого человека, и у этого вопроса с водой ли, с общением ли с другими людьми, с поиском ли работы. Вот к нам звонили по поводу чего-то там, кто-то в травматологию пришел. Ну, то есть травматология вроде бы не, с психикой никак не связана. Но если мы у сломавшего ногу или руку взгляд немного выше переведем, мы увидим, что у него голова еще есть на плечах. Вот. А там, как мы традиционно туда помещаем психику, соответственно, у него какие-то есть обычно вопросы эмоционального характера. Так что, дорогие телезрители, если у вас есть вопросы, собственно, мы просим, ждем вас в студии, ну и пытаемся сами о чем-то говорить, о том, что, возможно, интересно вам, но о том, что беспокоит нас. Ну да, без звонков наших телезрителей получается, что мы с вами, Алексей, говорим о своем наболевшем, да, о каких-то темах, которые нас интересуют. Ну, наверное, это не совсем свое наболевшее. Вот сегодняшний, например, разговор, когда мы сидели и думали, что может быть затравкой для разговора, мы говорили о том, что, мое наболевшее – это кабинет психотерапии, это те пациенты, которые приходят, там, семьи, которые приходят с вопросами. И сегодня для меня был такой интересный рабочий день, в котором несколько раз звучал вот этот момент. Может быть, у вас тоже это есть, и мы как-то это с вами обсудим. Когда два человека разбираются в отношениях, во взаимодействии каком-то, говорят друг другу какие-то вещи по конкретной ситуации. Сегодня так происходило, что они в эту текущую обстановку, в эту текущую коммуникацию, как сейчас психологи говорят, они тянут то, что к ней формально не относится. Ну, например, какие-то прошлые истории других людей. И в этом смысле разговор двух людей, который может касаться, я не знаю, там, грязной посуды, недопонимания, кто-то кого-то не выслушал, разговор людей превращается в такое вавилонское столпотворение, в котором, на самом деле очень сложно разобраться. То есть речь или разговор начинается с какого-то простого момента, потом туда появляются дети, внуки, правнуки, и в итоге предыдущие отношения, возможно. Да, предыдущие отношения, и в итоге разобраться в этом практически невозможно. Ну, то есть само общение начинает представлять такой снежный ком коммуникации, который катится, и в итоге, под этим снегом оказываются оба разговаривающих. И вот когда это происходит на группе, например, психотерапевтической, и до некоторого времени группа слушает, я напомню, что по крайней мере, мне нравится эта аналогия. Семья – это, по большому счету, тоже группа, да, и в этой коммуникации, в этом общении двух людей, например, мамы и папы, или папы и его мамы, да, то есть бабушки, такой межпоколенческая коммуникация.
То есть зеркально отражается. При этом пациент, который оказывается у вас в группе, наверное, даже если он решил играть какую-то другую роль или быть каким-то другим в своем поведении, он все равно, наверное, скатывается в свое привычное поведение, да, и в свою привычную форму коммуникации, общения. Ну вот привычная форма, о которой я пытаюсь сегодня сказать, это вот такое привнесение в нее старых обид, старых каких-то, вот я тебе еще вот это не сказал, в итоге, я почему привел в пример группу, потому что когда это специфическое пространство, вот такое психотерапевтическое, то там возможно сделать паузу, грубо говоря, сказать стоп вот этому общению, не развивать его, а попробовать обсудить, а что мы сейчас услышали. Я думаю, что когда дома такие вещи происходят между людьми, это, может быть, помогает им разобраться, да? То есть не городить дальше огород, как говорят, а попробовать выяснить, а что вот сейчас, что сейчас произошло, кто что хотел сказать. Кстати, в тех случаях, о которых я сейчас вспоминаю, очень часто речь шла о каких-то сильных эмоциях, которые собеседники испытывают друг к другу, но в силу вот такой сложности общения эти коммуникации, в смысле эти эмоции только угадываются. У нас звонок, Алексей. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, это как вам Нелли можно обращаться? Ивановна. А, Нелли Ивановна. Да. Да? Да, это вы? Знаете. Ну, мы вас узнаем, как наша постоянная телезрительница. Ага. Ну, да, да, я вас слушаю. Алексей Михайлович, у меня, знаете, вопрос какой? У меня муж 2 года назад вышел на пенсию. Угу. И потерялся. Ну, в смысле, в общем, как-то так. Ну, не находит в себе применение. И как бы я могла ему помочь? Как мне ему помочь? Угу. Нелли Ивановна, а как он сам этот вопрос или эту проблему формулирует? Как, какова прямая речь? Он говорит, у меня все нормально. А как вы определили, что он потерялся? Боже мой, ну это же очевидно. Ну там на работе он был занят, он должность у него очень хорошая. Ага. Генеральный директор, а сейчас он как ребенок. Ну вот я прошу сейчас вас состыковать две, по сути, фразы. Его фраза, которую вы сказали, у меня все нормально, и ваша фраза, он потерялся. Как вот из этих двух выражений, как они связаны? То есть как вы узнаете, что он потерялся? Вы смотрите на него. Почему он говорит, что все нормально? Как вы к этому? Вот немножко об этом. Ну, я, естественно, смотрю на него. Ну, обычный человек занят, у него глаз горит. Он, интеллигентный, добрый человек. А сейчас у него как-то, даже объяснить не могу. Как-то ничего не хочется ему. Он не знает, куда себя девать, чем занят. Друзья как-то отошли куда-то там. И вот мы вдвоем, ему как-то так, можно сказать, ходит хвостом за мной. Все. Ходит хвостом и говорит, что все нормально? Ну, типа того. Нет, он хочет помочь, мне помогает там, но это совсем не его. А на ваш взгляд, что его? Ну, учитывая то, что он уже, наверное, не вернется на рабочее место, что это отыгравшая история. Это да. Что его? Да. Что его? Ну, какое-то и общение, и круг, круг общения действительно на работе, там как-то своя деятельность. Нелли Ивановна, вот до этого было ли у него в какой-то, может быть, промежуток времени хобби какое-то, увлечение, что помимо работы позволяло ему или отдыхать, набираться сил, вдохновляться чем-то? Да, ну, как
как сказать, технарь, по сути, своей. И такой сильно заумный. И что-то там придумывал, а сейчас у него, но нету желания совсем. Ну, на даче он, конечно, там физическую работу, и такую мужскую работу, так выполняет. Но без энтузиазма, без как-то, да, желания. А вы свою обеспокоенность обозначаете ему? Говорили, да, о том, что вы переживаете о его вот этом настроении? Ну, я и как-то и старался объяснять, и как-то помогать, но не получается у меня. Мне не хочется, чтобы он потерялся так. Еще вопрос, Нелли Ивановна. А какие-то... Вы в многоквартирном доме живете? Да. А вот какой-то вопрос, не знаю, благоустройство, вот эти все домовые комитеты, это не для него? Он даже не хочет этим заниматься. Он настолько занимался всей этой деятельностью, содержание этих самых коммуникаций. То есть, ну, это, да, был, это было его работой, да? Да. Хорошо. А вот последний вопрос, может быть, от меня, и мы попробуем вот с Еленой здесь по этому поводу порассуждать. И все-таки, на ваш взгляд, что вот сейчас, если учесть, что на работу он уже не вернется, что его вот в этой, ну, домашней бытовой жизни? Ну, у него, у мужчин сейчас какая здесь работа? Крутить лампочки, пыль протереть. Но ведь мужчин... Нелли Ивановна, мужчина же это не только работа. Ну, сказать, как общение в компьютере, зрение не то. Телевизор все время смотреть. Тоже как-то так. Не хотелось, чтобы он как-то... Ну, встрепенулся, проснулся. Если я начинаю говорить, он у меня сердится. А он сейчас смотрит передачу? Нет, я потихоньку от него. Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Присоединяйтесь. Спасибо, к нам, может быть, чуть позже. Я не знаю, удастся ли нам что-то прояснить сейчас, но мы попробуем. Спасибо за звонок. Спасибо. Мне приятно было услышать голос Нелли Ивановны, как вот что-то такое родное, знакомое. Такая какая-то домашняя обстановка, мне кажется, возникла. Я с вами соглашусь, Елена. Я даже скажу, что у меня вот сейчас с звонком Нелли Ивановны возникло вот такое ощущение, что она очень сильно для меня выражает какую-то часть... Ну, это вот такой голос... Ну, если хотите, поколения определенного, да, то есть и в прошлый раз, если вы помните, мы говорили, Нелли Ивановна звонила, ну, от соседей, скажем так, от себя и от соседей, от женщин в возрасте, которые вот боятся в связи с коронавирусом, ограничены и так далее. Да, и да. Теряют интерес. Очень большая проблема, и мы пробовали там в кулуарах это как-то обсудить. Вот. А здесь... Вот я о чем подумал. Я немножко разверну этот вопрос, как я его услышал. Вообще, это вопрос и мужской. Я вот сейчас говорю и думаю, как бы не набрать столько, чтобы это завалиться. Здесь действительно много факторов. Ну, первое, я подумал, я вспомнил о том, что у меня достаточно большое количество пациентов, мужчин, и не только пациентов, которые... не находят для себя применения в текущей жизни, в текущей действительности. И это проблема. Наверное, это проблема не только социальной среды, в которой мужчина видится только как добытчик и работник, да? То есть, и здесь автоматически, как только человек выходит на пенсию, или как только человек по каким-то причинам мужчина становится неработоспособным, ну, не дай бог, какая-то авария, инвалидность, там, инсульт, инфаркт,
что-то еще, то есть он перестает быть добытчиком, перестает быть работающим человеком, сразу возникает огромный вопрос, чего с ним делать. Ну, как будто у нас такая негласная какая-то договоренность. Женщины это что-то приложимое к плите и к детям, а мужчины это что-то приложимое к, ну, к плугу, ну, к такому виртуальному плугу. И как только он оттуда выходит, это проблема так пожилых мужчин, и здесь злая ирония, может быть, не все мужчины в силу статистики доживают до этого возраста и, ну, просто умирают на рабочих местах. Вот. А те, которые выходят на пенсию, ну, во-первых, у них много тревоги перед пенсией, и, ну, большая часть мужчин ждет, ну, потому что это обязательство, потому что это, естественно, и дети, там, и внуки, и так далее. Но это еще и большой вопрос, а чем заняться? Чем заняться, если вот как Нелли Ивановна говорит, выйдешь вот из этого большого пространства, да, и чем здесь заниматься? Ну, вот у меня тоже параллельно, я вклиниваюсь в ваше рассуждение, Алексей. У меня вопрос такого, наверное, даже практического свойства. Мне интересно, если люди планируют заранее, чем они будут заниматься на пенсии, в более ли они выигрышной позиции, чем люди, например, которые вот работают и работают, решают текущие задачи. Ну, а пенсия — это когда придет, тогда я подумаю, чем я займусь на пенсии. Вот как к этому периоду лучше подготовленными подходить, хотя бы иметь фантазию об этих годах? Вот мне интересно тоже стало, да, у мужа Нелли Ивановны были какие-то планы и фантазии, как он свою пенсию проведет? Ну, мы об этом ничего не знаем, по крайней мере, Нелли Ивановна об этом не сообщила. Мы знаем от мужа, что у него все хорошо. Как это хорошо не понимать? Хорошо, нормально. Да, все нормально. Как это нормально понимать? Это нормально, которое нормально? Или нормально, которое... Ну, так нормально, что и говорить не о чем. Вот. Отвечая на ваш вопрос, я не знаю. Но, наверное, как вы говорите, в выигрышном положении те люди, те мужчины, раз уж мы сегодня... 9 марта начали говорить о мужчинах. Вчера про женщин, да, столько про женщин говорили, поговорили, да. Тошно стало. Да, и мы вернулись к нам самим, то ведь вот этот пенсионный или предпенсионный возраст – это возраст, ну, каких-то очень больших, серьезных вопросов к самому себе. Там, я не знаю, что я оставил, да, в рабочем смысле, что я достиг, что я сделал. Вот, и чем я займусь дальше? И я полагаю, что, может быть, мужчины себе задают эти вопросы. Может быть, они хотят, чтобы наступило какое-то время, где ответственность рабочая, когда ее было много, чтобы она немножко была вдалеке. Когда Нелли Ивановна сказала, что у нее муж был генеральным директором, ее слова, что она сейчас, что он сейчас как маленький ребенок, у меня как-то логично для меня прозвучало. То есть человек, возможно, ну, хочет отдохнуть от ответственности. Ну да, это определенные регрессы в поведении, потому что ты видишь человека сильного, скорее всего, который способен принимать решения, нести ответственность. А тут... Он вот как на поводу, да, он идет хвостиком за Нелли Ивановной, помощь свою предлагает. Он в такой, в пассивной позиции. И, может быть, это бы даже логично, но, вспоминая предыдущие наши разговоры и зная, возможно, невозможно, а, скорее всего, точно, муж переживал потерю после потери работы, да, и вот переживание потери, как мы говорили, ну, примерно где-то в течение года происходит у человека. Если это затягивается на два и больше, то это может быть определенным сигналом. Вот Нелли Ивановна вовремя ли забила тревогу? Уже наступил момент, когда стоит обратить на поведение своего мужа? Или надо еще подождать, когда он адаптируется? Ну, вот вы, Елена, заговорили о потере. Я подумала, кто здесь переживает потерю и какую? Нелли Ивановна потеряла старого супруга. Ну, старого, прежнего, я имею в виду, супруга, которого она знала. Супруга, который, у которого горели глаза, который был генеральным директором, который работал, который, я не знаю, он, наверное, с улицы приходил, и этот запах
управления, может быть, власти, нужности, основательности, он вместе с ним в квартиру врывался, да? А сейчас максимум, может быть, запах, который приходит с мужем, это, ну, вот такой бытовой какой-то, да, вышел в соседний магазин. Я думаю, что тут как минимум, если потери считать, то их не одна, не только мы предполагаем... Для обоих супругов. Конечно, но это определенный кризисный этап для семьи, где вот супруг перестал быть таким, каким его знает Нелли Ивановна. И кого здесь надо занимать? Супруга возвращать в прежнюю позицию, что невозможно. Нелли Ивановне приспосабливаться к новому старому, хотелось сказать. Но не в смысле возраста, да, а в смысле знакомому к своему супругу, который сейчас в другом статусе, в другой позиции. Ну вот я думаю, что это такая семейная история. И я буду банален, возможно, в ответе на вопрос Нелли Ивановны, что делать. Ну, наверное, это обсуждать. Единственное, пока, за что я зацепился вот в качестве коммуникации, вот это разница взглядов и разница позиций. У меня все нормально, как ты себя чувствуешь? Нормально. И мы не можем не доверять этой позиции. Супруга нормально, да? И тревога Нелли Ивановны, или какой-то, как нам кажется, обеспокоенность. Как они друг друга в этом понимают? Как она понимает его нормально? Может быть, у него действительно нормально, а у нее тревога. Почему это у него нормально? У него не должно быть нормального. Нормально это вот 2 года назад. То ли он что-то скрывает, в кавычки возьмем это слово, да, о чем-то предпочитает не говорить. И почему это не может стать, предметом разговора. То есть вот, наверное, как будет выстроена эта коммуникация? У меня есть, конечно, фантазия. Может быть, вы, уважаемые телезрители, те, кто уже шагнул в этот период, дозвонитесь до нас и скорректируйте мою фантазию. У меня есть фантазия о том, что люди задолго до выхода на пенсию друг с другом начинают разговаривать. А что ты будешь делать, когда ты уйдешь с работы? Это могут быть шутливые разговоры, но за этими шутливыми разговорами, там же много, да, это минус деньги какие-то, иногда очень серьезные, насколько я понимаю. То есть человек уходит с работы, и он перестает зарабатывать. Это, по крайней мере, в лучшем случае какой-то, может быть, пассивный доход, да, где-то какие-то сбережения, пенсия и так далее. Но, возможно, это... Что ты будешь делать, когда будет меньше финансов? Нужны ли они или не нужны? Что ты будешь делать, когда больше твоего будет свободного времени? Не нужно будет каждый утро вставать. То есть я думаю, что супруги, наверное, эти разговоры ведут друг с другом. О чем они договариваются, может быть, мы услышим. Я тоже возьму на себя смелость рекомендовать. Я в рамках нашей передачи не ограничена рамками, да, опять же, повторяюсь, психолога, психотерапевта, который не может давать советов. Поэтому попробую свой какой-то вариант предложить. Может быть, он будет немного безумный, фантастический, но... Да, поговорить. Вопрос, о чем поговорить. Может быть, стоит обсудить какие-то поступки, события, которых не случилось, когда мы были молодыми, да, нам не хватило, возможно, смелости. Или вот, не знаю, что-то, может быть, посидеть за чашкой чая, пофантазировать и придумать что-то совсем фантастическое, а давай на Марс полетим, условно говоря. И, может быть, в процессе вот этих фантазий родятся действительно идеи, которые можно будет осуществить совместно, но они будут, немножко отличаться от текущих каких-то дел и послужат вдохновлению, и можно будет какими-то шажочками двигаться вот к этому эмоциональному насыщению какой-то в отношениях, поискать что-то действительно новое. Может быть, ролями на какой-то момент поменяться, да, где Нелли Ивановна скажет супругу: давай сегодня я за тобой буду ходить хвостиком, ты сегодня за нас решаешь, что мы будем есть, не знаю, какие вещи в стиральную машину закидывать.
В общем, моя рекомендация привнести какой-то игровой момент в обсуждении текущих вопросов. Ну, дай бог, если кто-то из вас, телезрители, попробует то, о чем говорит Елена, и вы нам позвоните. Мне очень нравится эта мысль, но я ее обдумываю вот с той стороны, что очень трудно, наверное, а может быть и нет, взять и вот внести в общение то, чего там за 30-40 лет не было. Я имею в виду 30-40 лет, это обычно время вот супружеских отношений, 50, может быть, лет, да? Вот. И ведь внести что-то, это что-то про гибкость. Вот, если эта гибкость в коммуникации, в общении сохраняется, то дай бог, и тогда про это можно. И ты про гибкость, и про смелость. Ну, здесь я верю в Нелли Ивановну. Она звонит нам в передачу, в прямой эфир, задает вопросы. Это тоже определенная смелость. И, возможно, за предыдущие 30-40 лет своей собственной жизни она этого не делала. А сейчас она приходит и рассказывает свою историю в публичном пространстве. Это не может не вызывать восхищения. Угу. Угу. Ну, мне бы очень хотелось услышать что-то от мужчин в этом смысле. Может быть, от мужчин, которые действительно шагнули вот за этот пенсионный возраст. Потому что одно дело, хоть я и сед волосами, я еще не в пенсионном возрасте, и могу только фантазировать, как это там будет. Ну, надо дожить сначала. Вот, надеюсь, что это получится. Ну и, соответственно, вот из этого, изнутри пенсионного возраста уже что-то говорить. Да? Но, может быть, у нас и точно есть люди, которые там находятся, которые могли бы что-то сказать. При этом, насколько я знаю, психотерапевты, они консультируют практически без пенсии. Ну, да, это интересное замечание. Наверное, это работа, которая, в которую, не знаю, врастают, влюбляются, и которая становится частью жизни, или жизнь становится частью работы, и не только психотерапевты, я не знаю, там, художники, поэты. Я не значит, что ставлю знак равенства, но в этом есть какой-то фотографы, да. Вот, то есть есть... Ну да, есть часть профессий, где люди творят, где независимо люди... от возраста и вот этого положения социального на пенсии или работающий еще человек. Ну да, но с другой стороны есть профессии, в которых есть просто там, возрастной ценз. То есть ты достиг какого-то возраста, ты должен уходить. Вот. Время нашей передачи подходит к концу, Алексей. Какое-то завершение, выводы какие-то, может быть? Наверное, завершение такое, я бы вот куда развернул, и это действительно для меня очень болезненный вопрос, тот, о котором я сказал. Это такая какая-то невовлеченность мужчин или вовлеченность только в работу и в финансы, как будто, ну, просто действительно есть некоторое количество мужчин вокруг, которые страдают и болеют своей, ну, не то, что не приспособленностью, да, не вовлеченностью, не нужностью этому времени, может быть. И здесь есть, безусловно, индивидуальная какая-то проблема. Как будто у них нет ресурсов подтверждать ежедневно свою значимость. Нет, у них есть ресурсы, как будто они не видят применения для своих ресурсов. И чего здесь больше? Жизнь не требует, не спрашивает, приди и действуй, вот такие какие-то места, да, и что, я думаю, не совсем так. Люди сами для себя что-то находят. Ну, то есть здесь какие-то взаимные курсы, да, светлые головы и светлые руки где-то находят, а где-то во многом не находят. Но это и социальная проблема, и государственная проблема, да, и семейная проблема. Вот, я думаю, что на психологическом уровне мы попробуем в этом разобраться. Спасибо за компанию, Елена. Спасибо, что вы были с нами.
Спасибо вам, Алексей. Напоминаю нашим телезрителям, смотрите нас каждый вторник на телеканале «Самара ГИС» в прямом эфире. Телефон в студии 202-11-22. Спасибо за звонок сегодня, Наливановны. Да. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Берегите себя.